праздничному столу. В самом центре Мурома вновь развернулась вкусная ярмарка. Только до 29 декабря разнообразные натуральные деликатесы можно приобрести по выгодным ценам. Мед, колбаса, сыр, сухофрукты, орехи и пряности – все, что душе угодно. По торговым рядам прошлась и наша съемочная группа. Торговцы со всех уголков России и зарубежья вновь предлагают муромлянам свою продукцию. На прилавках самые качественные натуральные деликатесы. Например, около 20 разнообразных сортов душистого меда с юга России. Есть у нас настоящий липовый мед, каштановый мед очень полезен для щитовидной железы, для вен, для сосудистой системы. Каштан – это горный мед. Собираем мы его, это Туапсинский район, Краснодарский край. Также существуют у нас обычные классические меда, это гречишный мед, разнотравие, донник, цветочный мед. Радует глаз и изобилие всевозможных орехов и восточных лакомств. Щербет, халву и рахат-лукум можно приобрести для себя к чаю или подарить родным. Ломятся прилавки и от белорусских сыров и мясных продуктов. Есть фазаны, гуси, утки, перепелки. К праздничному столу будет хорошее дополнение. Такие вкусности точно сделают ваш новогодний стол неповторимым. Но поторопитесь, ведь ярмарка будет работать только до 29 декабря. Ход со двора ДК тысячелетия города Муром. Юлия Казакова, Илья Блетов. Наши новости.